хлеба, да, мы создаем агрессию, и там мы против войны, агрессию, путинской агрессии, потому что мы весь мир наблюдает, как они вошли на территорию Украины. Сейчас вот мы в соцсетях видим, как сейчас идет бомбежка, да? Мы против войны, и вышли показать солидарность украинскому народу и Украину, что мы их поддерживаем, и мы не хотим войны, скажем, нет. Да?